Жители Новомосковска и еще нескольких городов Тульской области получат качественную воду. Проект «Большая вода» запустили в деревне Грибовка. Там ввели в эксплуатацию шахту «Бельцевская». Почему целая область страдала от проблем с водоснабжением и какое решение оказалось спасительным? В репортаже Алексея Еремина. Большая вода полностью меняет концепцию водоснабжения Новомосковска и еще целого ряда населенных пунктов. Это крупнейший проект не только в истории города химиков, но и всего региона. Жители этажей, которые выше второго, они воду практически могли получать только по графику. А в остальные дни вода отсутствовала в их квартирах. Поэтому с водой они ходили к соседям, заполняли тазы и ведра. В советские годы, когда шахты Тульской области пришли в упадок, возникла необходимость их закрыть. Уровень воды в скважинах начал падать. Более 30 лет Новомосковск жил с водой по расписанию. В ближайшее время, вот через 3, может быть через 5, в городе вообще бы не было бы воды. И проблема стояла бы острее, чем она стояла в 70-х годах, когда вода была по графику. В 2012 году, когда началась реализация проекта, вспомнили и про заброшенные шахты. Проблемы с водоснабжением в Новомосковске начались еще в 60-х годах. А здесь, в Веневском районе, сложился уникальный случай. Новая шахта «Бельцевская» так и не смогла выйти на полную мощь из-за того, что ее постоянно затапливали грунтовые воды. Благодаря договоренностям, достигнутым главой региона с представителями компании «Еврохим», удалось реализовать этот уникальный проект государственно-частного партнерства. На первом этапе более 508 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. За эти деньги построен водовод протяженностью 24 километра. Построено 12 скважин и водовод протяженностью 12 километров. Строительство большой воды велось в 3 этапа. Компания «Еврохим» вложила в его реализацию более 370 миллионов рублей. Я хочу вас поздравить с этим замечательным событием. И я думаю, что каждый из вас мечтает скорее получить в своих квартирах эту чистую воду. И я думаю, что нужно бегом дать старт большой воде вот в город Новомосковск. И вас всех поздравляю с этим замечательным событием. Это один из крупнейших, можно сказать, в России проектов по водоснабжению, я не побоюсь этого слова, который был реализован на принципах государственно-частного партнерства. И, конечно же, большая роль в этом проекте нашим партнерам, компании «Еврохим». Сегодня мы говорим им спасибо за те инвестиции, которые они вложили в реализацию нужного, важного и такого долгожданного социально значимого проекта. Итогом реализации проекта станет бесперебойное обеспечение более 130 тысяч жителей Новомосковска качественной чистой водой. По оценкам специалистов запасов водного горизонта, из Бельцевской шахты хватит более чем на полвека. Алексей Еремин, Олег Талашов, Андрей Иванюк, Вести Тула.